кто ходит в гости вечером, тот поступает мудро. Пивка мы выпили 100 грамм, и вот настало утро. Утренний кофеек, вернее. Доброе утро, ребятушки. Вены на проводе. Шучу, как всегда. Вы подумаете, поехала, набухалась. Я ж была за рулем. А даже если была без руля, по чашечке пива мы все-таки выпили. Рика говорит, а мне можно? Я говорю, да, будет крепче спать твой ребенок. Они вчера были у отца Эрики, она рассказывает, как там огород. Растет, говорит, все. Единственное, что инжир у них тоже обсыпался, он темный на цвет, говорит, инжир мы покупаем. Раз инжир уже поспел, его продают, значит, может, и в лесу инжир поспел. Но в лес я стопудово не пойду, может, я его просто тоже куплю. Ну, я вчера у Эрики попробовала. Знаете, инжир такой аж сладкий, медовый такой, аж расползается. Ой, я вчера пару инжиринок съела, прям душу отвела. Люблю я это дело. Сейчас я сделаю себе кофеек. Сейчас проснемся. Не там. Корицу искала. Вчера, знаете, присадила я себе голос. Да я с Тунисом разговаривала. Они ж пытаются разговаривать по-французски, чтобы ты их не поняла. Я ж уже и по-арабски их понимаю, и по-французски понимаю. Так что выстроить я их выстраиваю на любом языке, ребята. Но голос присел. Ой, боже, боже. Боже, боже. Такой стиль нашей работы. Короче, с ребятками мы посидели, они рассказали, поделились немножко своими планами. У Андрюхи есть, ну, у них не одна квартира, у них родители, у Андрюхи и дядя, он единственный сын, единственный племянник, единственный наследник, поэтому как бы повезло ему быть единственным в данный момент. Они обустраивают совершенно, ну, как новую, дядина квартира. Там, где Андрюшка живет, у него и своя квартирка есть, но она маленькая. Вот. А им предоставляют сейчас родители такое новое жилье, немножко поменьше, чем вчера я была у Эрика. Ну, Эрика — это родовое гнездо, которое делится на две части между Эрикой и ее сестрой. Она говорит, жить-то я здесь живу, но как бы не имею права поставить свою мебель, говорит, поставили только спальню, купили диван, а так, говорит, вот что есть в родительском доме, 40 лет этой кухни, понимаете? Ну, я говорю, Эрика, она ж хорошая, я пооткрывала все дверцы, это все дерево, но она говорит, если я хочу модный стиль, я не имею права это поменять, потому что это семейный совет, а я, говорит, этого не хочу. Поэтому они собираются переехать туда, к Андрюшке в Пьемонте, они там организовывают новую квартиру. И, скорее всего, что они будут заниматься земледелием. Ну, конечно, пока Андрюха, пока есть у него работа, он работает по ночам, диспетчер порта, он, конечно, будет приезжать на работу. Эрика говорит, я вряд ли, конечно, на работу выйду. Ну, это такое дело, понимаете. Ребенка маленького у нас отдать в садик, это 500 евро уплатить за садик, а что тогда ты заработаешь? Ну, короче, все, что заработаешь, все я дашь, поэтому смысла нет. Будут они как-то свою жизнь немножко менять. Сейчас пойдем на балкон. Вчера в 9 вечера ехала домой. 9:20 вечера. Что такое? Что это за кофе такое? Бурда. Ну, потому что первая чашечка. Сейчас мы все это исправим. Ой, сейчас. Техническая неполадка. Воды было мало в кофеварке, она пошла рывками.
Вот так вот, как сейчас. Чего она? Не пойму, что с кофеваркой случилось. Что это она мне выдает? Перегрев, что ли? Вот я Клава, ребята. Попытка номер 3. Нечаянно была нажата вот эта кнопочка. Я же слепа, с утра не вижу, понимаете? Поэтому шел пара, не кофе. Летело кофе во все стороны. О, пошел наконец-то кофе наш. Наш любимый, дорогой. Хватит. Хорош, хорош. Видите, она бедная, всю раковину себе ухоркала. Посыпаем нашу любимую корицу и шуруем на балкон проверять, как он так цвет не виден на солнышке, да? Вот он какой красивый этот кофе. Видите, балкончик чистый, перила чистые, ляпок на белье нет, солнце встает, птички поют. Что еще надо? Сбегать на работу. Так вот о погоде. Вчера 30 градусов практически в 9:30 вечера. Я приехала домой, это жара, воздух стоит. Это сейчас хорошо. Сегодня днем опять будет жара. А дождь передают где-то аж к следующему воскресенью. Ну, это, знаете, так, передают потом назад. Назад свои слова забирают. В общем, с добрым утром. Ой, какой балдеж. Посмотрите, как ожил базилик. Сейчас я тебя полью. А бурьяны как растут. Цветок отцвел, надо его обрезать. А тут все полегло. Что это вы полегли? Это был экспериментальный вариант. Земли им не хватает. Понятно, календула. В таких горшочках, потому что там одни корни и нема земли. На осень я насею на огороде календулу, обязательно насею, пусть цветет. Хоть некоторые говорят, что это сорняк, но это сорняк положительный. Ой, какой вкусный кофе получился с третьей попытки. Мама дорогая, барменша кофе сварить не может. Дожили. Вон, курица с меня смеется, видите? Наверное, яичко снесла. О, кстати, у меня в холодильнику пару яичек лежит вареных. Надо на работу взять. Та салатик себе с яйцом сделать. Ой, какой балдеж. Кофе утром. Кушать не хочу. Сильно жарко. Сильно жарко. Моя орхидейка совершенно сухая. Это ее чуть-чуть покупаем. Легкой струечкой воды, да? Обрезала я вот тут сухой паросток на ней. Пусть она попьет водички, постоит, пока я буду на работу собираться. Видите, какой листочек большой у меня уже вырос. Ну, а цветоноса пока нет. Наверное, в зиме готовится цветочки нам выдавать. Вот эту палку я вынимаю, это будет нам подставка для будущих цветов. Вот это я так с работы прихожу, под холодной душ. Ух, красота. Чего нельзя все время под душем сидеть в летнюю жару, да? Ой, как ей хорошо. Только 8 утра, представляете? Решила я себя родную побаловать вот таким витаминным соком. Смотрите. Апельсинчик. Половинка лимона. Фенхель. 2 огурчика очищенных и кусочек бурячка. Ой, сейчас такой напиток получится божественный. На соковыжималочку. Сейчас еще кусочек фенхеля.
Вот такой розовый сачок. А ну-ка попробуем. Что это мы накуролесили? Вау! Кисло-сладкий запах апельсина, лимона. Мне, наверное, достаточно. Полстаканчика. Ну, заряд бодрости, я думаю, нам на целый день обеспечен. Ой, вкуснятина. Огурца не слышно, пахнет апельсином. Вкус лимончика. Овощи есть некогда. А так раз, фруктовый коктейль. Я же забыла вам показать вот эти вот бомбоньеры. Это у нас такие конфетки. Ну, при рождении ребенка вообще-то не принято, но сестра Эрики захотела, чтобы бомбоньеры были. Так как я подарила подарок, видите, такая баночка интересная. Здесь вот такие вот конфетки. Внутри шоколад. Бывают с миндалем, бывают разноцветные. Ну, в общем, Эрика говорит... Я ж все тебе никак бомбоньеры не передам. Вот это мы собрались, она мне передала бомбоньеры. Я конфетки, конечно, съем. А вот такую баночку оставлю как в память о том, что родилась Ливия. Потому что конфетки пропадут, понимаете. Она говорит, они ж жарко, они растают. Шоколад. Ну, давайте откроем, сейчас попробуем. Такие конфетки. Даже семечко фенхеля было. Попробую на вкус. Внутри шоколад. Интересно, что в маленьких. Миндаль. Сахар, миндаль, шоколад. Ну, это у нас в основном на крещение, на коммунионы, на все такие праздники. Вот такие бомбоньеры раздают. Это тоже из этого. Это Кристиан. Это Ростик. Это Ливия. А это коммунионы Ростика. Вот так вот принято в Италии.